Остался белок у нас. Мы не знали, что с ним сделать. У нас 4 белка. Простояли они не в холодильнике 3 дня. Сейчас мы их собьем. Чуть-чуть сотки. Белок сбивается очень быстро, получается плотная пена. Сейчас добавим сахар. Иди сверху ложку сахара. И дальше взбиваем. Сейчас мы выложим формочки и запечем. Наши взбитые белки выложим. Готовим. Выкладываем ложкой, пену не осаждаем. Как положили, так мы их и выложим. И теперь в духовку при температуре 220 градусов запекли. Я поставила их на деревянную досточку и еще у меня противень здесь. Температура 220 градусов, 220 в начале, потом на 200 в очередь. Достали наши безе. И так выпекала я их при температуре 220 градусов 10 минут. Далее уменьшила при температуре 200 градусов еще 10 минут. Затем духовку выключила. И они у меня постояли до полного остывания. Они стали. Духовка остыла. И сами безешки остыли. И получили вот такие перышки. Ну, хотелось бы попьёте, но получились. Пробуйте, друзья, экспериментируйте. Вот такие получились, но пропеклись. Хотелось лучше. Попробуем в следующий раз больше подержать духовку. Будет интересно. Получает. Вкусно. Можно еще их соединить или вовнутрь взять кондитерским специалом. Масло со сгущенным молоком и крем-бирот тоже будет оригинально. Готовим очередное кофе. Я люблю латте. 1/3 молока и кофе. Кофе обожаю арабика. Получается вкусно. Завтра я расскажу вам, как я делаю эти вкусняшки. Ну а сегодня у нас кофе. Всем хорошего дня, друзья. Кто не успел подписаться на мой канал, подписывайтесь, кликайте на колокольчик, пишите комментарии. До новых встреч в эфире. Хорошего дня!